Всем здорово, чувачки! У капитана, как обычно, я микрофончик. Хлебнем сока за ваше здоровье. Великолепно. Ребята, сегодня в видосе я позвал своего знакомого, который занимается бустом в стендофе, чтобы он забустил мне новое звание в стендофе. То есть, ребятки, сегодня ролик реально киберспортивный, такой заряженный. Если что, скажу сразу, никаких читов в этом ролике нету. Только киберспорт, только игра вот этими руками. Так что, чувачки, надеюсь, вы поддержите ролик лайком, потому что сегодня будет, ну, реальный киберспортик. Надеюсь, вы реально такое поддержите. Если вы хотите путь до глобала, 10 тысяч лайков, и мы его делаем. А сейчас погнали к видосику, чувачки. Ребятки, ну и уже по классике я разыгрываю для вас вот этот ножик, а вернее голду на него. Стоит он сейчас 3000 голды, то есть я буду через сайтик разработчиков донатить вам 3000 голды. Вот этому счастливчику я уже задонатил, это победитель из прошлого ролика. Чтобы стать таким же счастливчиком, ребята, нужно просто поставить лайк, подписаться на канал, ведь мы летим к отметочке в 540 тысяч подписчиков. Прямо сейчас подписывайся, ведь вот столько людей почему-то смотрят ролики без подписки. Ребята, вы такую контентищу теряете, это просто жесть. Подписывайтесь на канал, здесь интересно. Также досматривай ролик до конца, ролик сам по себе интересный, много всяких фишек киберспортивных и ну, сам по себе ролик реально интересный. Также оставляй комментарий со своей ссылочкой на ВК или Инстаграм. Лучше, конечно, на соцсети, но можешь найти в игре оставить. Вот. Итоги будут в следующем ролике, а мы приступаем к видосику, ребята. Если что, надеюсь, он вам понравится, потому что ролик, ну, реально киберспортивный, такой заряженный, интересный. И, чуваки, сегодня вместо Липтона, к сожалению, сок. Блин, обидно, обидно. Липтон кончился в магазике. Хотел Липтона, а тут какой-то сок. Все, погнали к ролику. Так, ребята, вот мы уже с невероятно жестким бустером находимся в лобби, братуха. Ты сегодня меня забустишь? Обязательно. Кстати, цени, что я себе купил. Ну, просто почку продал, Ламборджини свою продал. О! Да не знаю, головой ударился. Об балку. Еще. Там же. Братуха, походу, сегодня я буду бустом заниматься. Блин, жесть. Так, я сейчас, знаешь, я куплю калашек. Так, а ты сегодня покажешь мне какие-то фишки киберспортивные? Обязательно. Ребят, если что, многие спрашивают, за сколько я у него купил буст. Брат, давай вот я ему озвучу цену, за которую ты меня бустишь. Давай. 1000 рублей, брат, за 3 каточки, ребята. Он сегодня меня хочет запустить в 3 каточках, брат. Ой-ой-ой. Не, по-моему, я буду тебе платить сегодня. Ну, слушай, я не против. Ну, кстати, мне, знаешь, мне так непривычно играть в стендов, потому что я до этого сидел и играл в рафт. Здесь нужно стрелять, а там нужно. Так, ну, пока что челики, хотя у них и аватарочка Saints, но я чувствую, что они какие-то слабенькие. Они на длине. Ой, там еще один. За вот этим ящиком. Да, вон там, вон там. Не, он вот тут. Справа будет. О! Стоп, а чё? Я видел его голову, он прыгал. Серьезно говорю. А где последний? Так, где он? Он с этого был. Уши. Братуха. Походу, сегодня я реально закиберспортился. Я предлагаю сейчас не на длину пойти, потому что я думаю, это слишком читаемо сейчас будет. Блин, кстати, да. Так, предлагаю попробовать сейчас. Давай, я пойду фейковать, ты пойдешь туда. Ой, я упал. Кстати, знаешь, Киргол, по-моему, это самый переоцененный скин все-таки в стендофе. Я сейчас это понял. Можешь мне отдать? Брат. Ой-ой-ой, лучший. Я убил скилла. Ой-ой-ой, видео не будет. О. Скилла больше нет. Бра, хорош! Блин, я думал, он меня убьет, пока я бомбу ставил. И я перестал плантить из-за этого. Так, я в принципе понимаю, что, ребят, сегодня будет реальный киберспорт, мы всех выиграем. Ну, вот эти пацанчики против нас попались, моментально откисли. Я пока офвойсик. О, понял. Ребята, если что, к нему мама зашла. Так что, к сожалению, сейчас он вынужден с вами перестать разговаривать. Брат, ну, я забустил тебя.
пока что. Пока ты там этот занят делами важными, я решил тебя пропустить. Так. Ну, кстати, у них, понимаешь, у них один челик просто вышел после такого. Все, все, ребята, мы уже играем 2 в 1. Дефолт. Не, мы реально... Так, давайте, кстати, я, ребятки, вот сюда метку поставлю. То, думаю, потом в комментах вы напишите, что я загораживаю половину экрана. Так. Братух, давай, тащи, тащи, тащи. Ой, меня убили. Он там стоит. На КТ, ты должен его затащить, брат. Кстати, да, чуваки, я тут, извиняюсь. О, я сегодня решил взять не Липтон, решил взять сок Global Village. О, да, не попал? Не, не попал, брат. Кстати, у меня тоже такой же сок, что? Реально? Да. А ты уже, кстати, в этом сезоне апнул себе легенду? Давай, по секрету. Да, и в напах, и в ММ. О, а я как думаешь, я смогу апнуть, если вот прям буду потеть? Конечно, со мной ты все можешь. О, блин, по-моему, не можешь. Брат, мы все затащим. Кстати, а что за звонки, ребят? Я забыл посмотреть, что за звонки. А, у этого гол 3. Понял? У этого гол 4. А у тебя. А, у тебя гол 2 в напах. Ребят, если что, он зашел с аккаунта специально со второго, чтобы мы против легенд не попадались. Ну, мы должны все-таки затащить. Я сейчас хочу авик взять. Блин, какая-то неудачная катка для меня, конечно. Брат, впереди еще много игр. Так что. О, ты тоже решил взять авик? Давай-ка, да, я еще. Я еще. Победа. Я еще калаш на всякий случай куплю. Ой, тебе... вот это тактики Saints. Ребят, просто лучшая тактика. Короче, покупаешь калаш, он, авик. Он жесткий. Смотри. Давай, давай. Ой-ой, как же ты чувствуешь? Ой-ой-ой. Че, он сейчас выйдет? Он сейчас выйдет, они. Ушел отсюда, по-моему. Да? Да. Тогда... Возьми калаш, а зашей бокс. Вот эту. Слева штуку. Справа. Смотри, они еще будут думать, что я с калашом. Я с авиком. Блин, жесткие байты. Флешка? Флешка на нубика, флешка на нубика. Если он, если она кого-то флешит, то значит он нубик. Сайту. Ой-ой-ой. Я мажу, я мажу. Я его голову, кстати. Я, кстати, его голову даже не видел. Брату, это странно, у нас один человек двоих выносит. Надо как-то этот его отработать. Минус могут дать. Ребята, минусы осуждаем. Надо его тащить, короче. Предлагаю сейчас просто запушить в наглую. А давай купим хаешки и кинем их на лонг. Окей, я еще 5-7 взял. Давай, лучше. Let's go! Погнали, погнали. Кстати, а в теории нам будут ММР давать, потому что, видишь, он типа черепком отображается. А, ну, он же... Его же нет в катке, поэтому минус будут давать. Я дал хаешку. Так, соло. Нас хаешки дали, конечно. Не, по-моему, он не пойдет на лонг. Пойдем в сайт встанем. Блин, я бы на его месте на самом деле на базе сидел и боялся в страхе вообще выходить, потому что, ну... А, вот, вот он и вышел. О, он, кстати, я на втором этаже будет. Ну, по-моему, так... тут нет. Я так сказать его услышал. Нет, его нет, лонч. А, да? Я реально... Нет, его нет. Как будто слышал, вот, опыт. Так что аккуратней. Мне кажется, он через КТ пойдет. Не, его здесь нет, брат. Он в сайт, по-моему, заходит. А, может, он спрыгнул, типа, отсюда? Но он здесь по-любому был. Возможно. Да, да, он в сайт заходит. Ща я его встречу, брат. Давай, я его побачу. Давай, Дань. Уж! Не, ну, он не ровен нам. Он в один, он в одножку не сможет нас затащить. Был бы кто-то из нас, его бы мы уже затащили. Вообще, если бы кто-то из нас был. Ну, тупо один, мы. Все, я взял Фомасик. Ой, давай, давай тебе им ты посильнее будешь. Давай. Имба, ребята, вот за это я люблю бустеров, они мне всегда дают скины. И не только а? Скины. О-о-о-о! А это уже вне ролика. Так, ну, скорее всего, он опять сейчас будет медленно как-то идти. Я пошел, да. Думаешь? По-моему, да. Сейчас... О, да-да-да. Да-да-да, лучше читаю. Ну, куда лезет? Ну, зачем пытается? Я бы на его месте сдался уже. Давай мы так и напишем. Сдайся, брат, ММР меньше снимут. Чисто байт на нубика. Вот это. Ну, кстати, ладно, не буду его нубиком обзывать. Вдруг это мой подписчик, братуха, не расстраивайся. Просто тебе не повезло с противниками. Киберспорт против тебя. Сори, брат. О, кстати, я его не вижу здесь, походу.
Он на длине, да? Да, он на лонгу был, но у меня спингом что-то. Хорош! Брат, как думаешь, сколько нам ММР дадут? Как думаешь? Да плюс 10. Не знаю. Я надеюсь, что будет плюс 40, потому что я люблю такие моментики, когда плюс 40 дает. Итак, внимание. Блин. А, ну плюс 11 ММРок, ребята. Неплохо, постепенно летим. Сейчас у меня звание чемпиона, нужно, в принципе, легенду. Ладно, братух, погнали в на X-каточку. Ну что ж, ребята, мы уже во второй каточке. Это у нас карта Rust. Давайте глянем на противников. У одного из них Феникс. Уже, кстати, неплохое звание. А, я опять на это зашел. А у второго звания Gold 4. Брат, ну мы должны их как бы этот уработать, киберспортика показать пацанчикам. Блин, мне жалко, они, по-моему, тебя узнали. О-о-о. Ну, я думаю, они не будут грустить. Кстати, знаешь, я думаю, что мы их должны выиграть, в теории. В теории должны. Я пока киллы на статрек пофармлю на этих АФК-шарах. Ха, люблю ой, так делать. Ой, какой ты жесткий. Ну все, погнали. Потух, надо собраться, надо затащить по фастику. Так, куда идем? Как вообще на Расте лучше играть? Со мной, я накину флешку, ты вылетишь сайт. Ой, я этот возьму, P350. Ты вообще? Погнали. Погнали за мной, так. Че он пишет, рыж? А-а-а. Че он делает? Так, вот встань вот сюда, я тебе скажу, когда выходить. Я сейчас флешку накину. Окей, ребята, погнали, тактики. Вылетай, полетели. Уфу, у одного вынес. Давай, сапачку, я чекаю. Ставлю. Так он поставил. Уф! Ребят, ну вот на такой вот киберспортивной ноте мы забираем пистолеточку. Я думаю, мы должны их сейчас выиграть. У них вообще денег не будет. Так я калаш взял. Давай ты пойдешь мид. Найс. Так, давай ты пойдешь мид хаудить. Я накину тебе дым, и ты будешь около дыма ждать. Если окей. Они нубики, то они в него пойдут. Я пока что на миду просто иду аккуратно. Ой, дыма не будет. Все, ребята, тактики. Кстати, где-то близко в сайт. Пойдем давай мид. У них один может на КТ остаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Хаешка отлетел. Он где-то в сайте, по-моему, или он запуш. Да, он в сайту. Лучше, да. Брат, ну что-то мы их вообще не чувствуем. Вот сейчас. Слушай, по-моему, прошлые противники посильнее были. Не, ну мы жесткие с тобой, однако. Да я думал, мы сегодня должны реально, ну, киберспортика показать ребяткам, чтобы они научились играть, как мы, кто еще хочет также легенду в напарниках. Кстати, слушай, а может мы реально с тобой запушим легенду в напарниках? Блин, обязательно. Конец сезона, давай пуш легенду. Ребят, если вы хотите реально пуш легенды в напарниках, поставьте лайкосик. Да, запушили. Он боксу. Он сейчас... Боксуя... А, спрямо, я понял, спрямо. Где он? Где думаешь, пачка выйдет? Лежит? Он там. Он, по-моему, с меда идет. Да. Да, я тоже слышу. Уж. Ой, ну что за нубасик? Что-то он реально как нубик отыграл. Так, я могу тебе дроп сейчас дать, в принципе. Ой, давай. Держи. А сам я себе возьму АКР 12. Уф, как ой, я люблю. Ой-ой-ой-ой. Давай, ну ладно, я им отвечу. Да. Кстати, знаешь еще в чем плюс? Ой-ой-ой. Некоторые давай. Противники немножечко волнуются играть, когда видят. И за счет этого мы, ребята, конечно, такую легенду видят. Слушай, брат, ну ты реально легендарный бустер. Ху-ху, вот с ножом бежал, не ожидал, что я буду пушить. Так, а я вас не знаю где. Ой-ой-ой-ой. Ну слушай, брат, что-то я сегодня реально бустер какой-то. Я не могу. Не, мы реально должны, ребят, запушить легенду в этом сезоне. А то что-то, ну, Брат, тебе одной легенды мало, нужно две минимум. Ну, плюс. А прикол, что было бы, если бы мы вдвоем, типа, играли реально на лютых кондициях против каких-то чувачков? Ой. Ой-ой-ой. Не, они не ожидают вообще, походу, что я мид буду. О, у них на КТ. Ой-ой-ой, ласт КТ. Но я очень коцанный, так что я отойду. Хорош! Найс, ты не лучше. Да, спасибо, брат, ты тоже. Я не знаю, мы просто вдвоем выносим абсолютно. Блин, все Дань, живое. Давай купим пулики и запушим сайт. Брат, может не будем над ними издеваться? Я думаю, в этой катке можно. Ну ладно, ребят, если ролик смотрите, не обижайтесь, мы просто решили пофаниться. Я иду с счета 8-0. Да, если будем, я тебя жду. А, я сверху пойду. Летели. Погнали. Ну, лучший, он тебя не ждал. Да они, походу, давай. ПКД нас не ждут.
Можно, в принципе, просто зажимать позицию сидеть. Давай хае туда дадим ему. Тут, кстати, по сути, пол карты простреливается. Да-да-да. Он в сейту. Найс. Ору! Не, против пулеметов реально шансов ноль. Нет, тут шансов нет. Блин, надеюсь, ну, кстати, лучше давай их 8-0 закроем, типа, не будем прям фигню делать. Давай, погнали. Надо чисто ММРочку лутать, пока не лютые киберспортики. Ну, хотя, знаешь, я бы хотел киберспортиков, чтобы показать ребятам скилл. Ну, могу с легенды запустить по фану. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я тоже не хочу. Да, мне кажется, будут не легенды, а софты. 100 тысяч лайков, я запускаю с легенды. О, ребята, а вы хотите вообще посмотреть, как же играют в стендофе легенды? Ребят, если хотите, пишите в комментариях, еще на легендах в напарниках сыграем. Брат, ну все, 0-7, просто закрыли, сейчас на пистолеточке раунд заберем, и все, изи. Не, ну мы жесткие очень. Особенно ты один с КД. О, спасибо, брат. Ну, знаешь, если бы противники были чуть-чуть киберспортивные, ты бы тоже включился, разваливал реально, мы бы вдвоем их выносили. А тут просто что-то чувачки этот, от картона дохнут. Ладно. Мы реально их не чувствуем. Оп-оп. О. По-моему, пушит. А, я понял, где он. Один с мида. Один с мида. Так, я... Оп. Я сейчас перезаряжусь. Ой-ой-ой. Ты видишь его? Где он? Кстати, нормально, что мы... Нет, не вижу, его нету. Что мы за КТ запушили их. Ладно, ребят, надеюсь, вам эта каточка понравилась. Мы сейчас пойдем еще давай в следующую. Что-то мы реально пока летим. Кстати, а сколько нам ММР дадут? Блин, много. Ой, 50 ММР, ребята. Вот так вот и звания в этой игре делаются. Ну, это уже реально нелегалочка. Все, погнали в DX-каточку, брат. Итак, ребята, мы случайно запустились опять на раст. Я хотел, чтобы сегодня все каточки были на разных картах, ребят. Но, походу, не судьба. Походу, будем опять на расте. Надеюсь, вы не сильно обидитесь на это. Брат, ну, давай тогда их затащим. Я, кстати, поменял нож. Погнали, опять 8-0 затащим. Давай, я не против. Так, что у них по званиям, сейчас скажу, брат. У одного звания гол 4. Ну, в принципе, не так сильно. У одного Феникс. Вот Феникс, наверное, пожестче будет играть. Надо будет его закрыть. Да, мне кажется, отлично. О-о. Ребят, вот он, киберспорт. Просто смотрит для челов и сразу говорит, что они изичные. Вот я люблю такие карточки. Ну, круто, я. Так, давай опять свою фишечную флешку накину и вылетим в сайт. Давай, давай. Легко, погнали. Let's go! Я никого не вижу. Так, один стик. Давай. Я пачку ставлю. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня убил еврей. Челик тиковый еврей. Забавно. Он один, кстати. Он один, кстати. А где у него тиммейт? О, походу тиммейт еще этот. Оп. В лобби. Оп. Ребят, вот он, киберспорт. Просто троллит противника на первом раунде. Ты, походу, его выиграешь без патронов. Кстати, он сейчас, возможно, диффузит. Оу, ребята, просто лайкос за такой клатч. Ну, это реальный киберспортик, брат. Ну, кстати, мы... 0-0-1 сек. А, то есть он почти задиффузил. Я понял, то есть он купил диффуза. Я понял. Да-да-да. Так. Кстати, он реально мог же диффузить. Давай-давай, брат. Ну, я таки понял, что-то немножко засал. Все равно весело, если бы ты так профрыгал. А, сейчас попробую дым накинуть. Если я не нубик, то я дам дым. Все, можешь идти. Я дым, по идее, дал. А у него тиммейт багает. Ё-моё. Это плохо, да? Да. Он один в два как бы катает. Найс. А-а-а. Ребят, короче, понятно. У них парниша просто испугался. Просто испугался, нас решил багать. Брат, ну так, за такое мы наказываем. За такое мы однозначно наказываем. Не, за такое надо наказывать. Я таких осуждаю. Да, осуждаем вообще все виды багаюза. Брат, давай, просто закрываем их. Давай только пушить, я не знаю. Давай. Если он реально будет всю игру багать, то, ребят, ну это же нам на руку. Мы так быстрее только легенду лопнем. Хаешка под ногу залетел, у меня 20 хп. Ой, я кидал хит. Дай попробуйте убить его. Ой, там чел бежит. Найс, Дань. Лучший Дань. Ну, я, кстати, сейчас как-то на лаке их убил. Я вообще не ожидал, что этот тип побежит на меня. А тут резко бежит. Так, я взял обоим. Ну, мы жесткие.
Да, это фактик, это фактик. Кстати, ты в тот раз дал дым, типа, когда ты пытался, он прилетел прям круто. Да-да-да, фишечный дым. Я, кстати, видел, прикинуть, кстати. Тут челики как-то хаешку, короче, в плент кидают. Да, очень жестко. А, один в сайту. Ага. Я тебе дал дым. А, двое в сайту. Можешь пушить, я не знаю. Пока никого не вижу. Давай. Ой, одного увидел, убил. Вот. Ой, брат, хару! А прикол бы ты его еще и убил. На мувик. Не, ну ладно, это уже на мувик слишком унизительно. Для противников таким лучше не увлекаться. Знаешь, у чела просто счет 0-0-5. Знаешь, 4 раунда сыграли, чел 5 раз умер. Блин, так как? Я не представляю, сколько у них обоварости. Да, вместе с этим я накинул флешку. Легу. О, ты меня как-то зафлешил. Да, гугл. Так я набыл. Я накинул дым. Давай я поставлю пачку. Я туда хае дал, если он будет лететь. Угу. Я еще одну накину. А, меня упал. У нас. Ой, брат, 5-0, 5-0. Слушай, ну, что-то быстро каточки сегодня идут как-то, ну, вообще, ну. Нет противников, которые нам бы хоть что-то могли противопоставить. Чел пишет, выйди лучше. Ой-ой-ой, осуждаю. Это он, походу, тиммейта своему. Теперь, наверное, его бомбит. Блин, может тебе М16 скинуть? Да не, мне эта М-ка нравится очень сильно. Прям очень кайфовая. Окей. Один в сайту. Брат, ну, это уже реальное унижение. Ой-ой-ой, брат, ну. Знаешь, мать, у нас агент 0-0-7, брат. Не, ребят, за такую киберспортивную каточку от вас только лайки, я не знаю. Мы сегодня что-то жестко, брат, летим, реально. Ну, самые жесткие катки. Кстати, я, походу, сейчас следующее звание апну, которое после чемпа. Я, правда, хз, что реально идет после чемпа. Мастер, по-моему. О, то есть это уже не так-то и далеко от легенды, да? Ну да, кстати. Так, здесь справа. Один тигр, по-моему. Честно, я вообще в позициях не шарю. Не важно. Да, вот тигр. Домой. Слушай, и 0-7. Надо, главное, сейчас пистолеточку закрыть и все, пускай его просто. Слушай, а может мы после этого еще катку сыграем? Это что-то мы сегодня реально... Полетели. Что быстро, ребят. Надеюсь, вы за такой лайкосик влепите, потому что мы планировали 3 катки, а сделаем 4 бонусом. Я, короче, купил ХАЕ и 5-7. Не, у нас жесткий закуп, надо 8-0 делать. По факту. Не, мы сделаем. Да, давай ХАЕ дадим бокс. Ну это надо подождать тогда немножечко, да? Да-да-да. О, там СМИ дочел. Один СМИ найдет, я фул его, кстати. Я тоже. Да-да. Ой-ой-ой, он жесткий. Минус 21. Брат! Ну, походу, знаешь, придется сейчас подпотеть чуть-чуть, да? Согласен. А, давай купим фабмы и сядем в сайту. Они этого ждать не будут. Да, давай. Ребят, мы думали, что... Слушай, пойдем подсадку дам на ящик, ты фастиком залезешь и убьешь типа с девятки. Давай, только я сейчас не шарю, куда нужно идти. Погнали, погнали, я покажу. Я прям за... О, кстати, они дым куда-то там дали. Давай за мной. Давай, за меня. И пуш девятку. Ой, там чел в боксе. Ай-яй-яй, братан, сорян, не доиграл. Хорош, там чел в боксе был. Понял. У меня две пули. Можем тап? Не, давай, брат. На уверенность, так сказать. Давай. Хорош! Ну, ребят, ну вот он, киберспортик. Вот, наконец-то мы его вам показали. Ну, слушай, вот реально красава. Я в шоке, как ты такое выиграл? Блин, я в шоке. Чисто 2 фабма без брони. Кстати, ребят, так сколько нам МР дадут? Блин, 6 ММР сняли, ну. Ой-ой-ой-ой. Мне мастера дали! Ребята, за такой лайкосик. Что, летим еще каточку? Погнали. Ребята, погнали. Let's go. Ну, слушай, я прям доволен. Наконец-то я нормальное злодействие получил. Йоу, ребята, 4-я бонусная катка. Честно, ребят, я думал, что будет всего 4 катки в ролике, но поскольку лютого киберспорта навалили вам чисто, ну, надеюсь, вы с такой лайкосиком поддержите, то решили еще одну каточку. Против нас вроде слабенькие противники, но вообще голд 1 в обычном меме, брат. Ну, таких мы наказываем обычно, таких мы просто выносим. Ну, тут 8-0. Если реально 8-0, это будет просто, ну, реально контентик сегодня. Так, я скинул тебе, короче, бомбу. Давай. Кстати, я еще хоть прикол, у меня шифт не работает в эмуляторе. То есть я фактически играю без шифта. Ой-ой-ой, там чел близко. Ой, один колено, по-моему.
Ой, запрыгнул. Блин, не попал, не попал стык, наверное. Хорош. Лучше, ну что ты делаешь, братуха? Я реально не понимаю, как ты так играешь. Вот, ребята, все-таки зря я говорил, что сегодня я буду бустить. Походу, меня реально сейчас будут бустить. Это было сильно. Это реально ультанул просто. Хорош. По сути, мы за счет этого реально сейчас должны выигрывать. Уж у них денег. Нет, тут 8-0. Брат, ну, погнали. Я только взял. Два в сейту. Тебя пушат. Ой-ой-ой-ой. Префом забрал. И лицо сломаю. Да, он в сейту сидит. Найс. Хорош! Найс, 2-0. Просто не даем шансов. Красава, брат, красава. Так, я сейчас... Ну ладно, давай ты предлоги. Ой, меня спалили, потому что я с читом. Брат, он читер, у него руки накачанные. Как игра... Там, знаешь, ребят, против нас, ребятки, попались чувачки, которые просто, ну все, они уже сдаются со второго раунда. Так, давай, дым накину на ком. Можем. Хотя, может, это реально? Может, это реально нечестно то, что ты меня бустишь? Жалко, немножко чувачков. Блин, могу поставить пачку, я не знаю. Я зачекну. Ставлю, брат. Ай-яй-яй, меня коцнули. Ой, он на коцан, есть хотя? Не, нету. Флешка там. Я тогда в апсах останусь. Я внизу, но меня, чувствую, могут убить, у меня очень мало хп. Ой-ой-ой, типа он пуш... Там два? За эту чел близко. А, меня прострелили сквозь дощечку с юспика, понял. Ой-ой-ой, братуха, ну реально, киберспортик навалил. Опять, как всегда, по классике. Кстати, нифига у тебя калаш красивый. Мне так нравятся эти мишки. Просто лучше. Ребята, ребят, ну реально, в этой карточке уже меня бустят просто 5-0. Даже стыдно немножко. Блин, а кстати, узнаешь, посмотрел за твоим джет-командой, я теперь тоже хочу себе джет-команды. Покупать? Да. Все, ребят, в следующем ролике покупаю джет-команда. Найс. Эшкой промазал. Кстати, они уже, знаешь, дизморальдить начали. Да. Это фигово, ребят, никогда не дизморальд. На, я субил. Хорош. Так, ну я подальше пробежал. А, он у меня, сорян. Я очень тупо сдох с ножом в руках. Кстати, я вот в стендофе с маки вроде как... Ой-ой-ой, как мне повезло, один хп. Брат, ну ты просто лучший. Знаешь, я в этой катке чувствую себя бусы какой-то. Просто 1-3 лечу. Так, тебе кинуть калаш? Могу авик кинуть. Давай я сам куплю. Пофиг все равно. Почти последний раунд за эту сторону. Блин, реально красава, красава, ребят. Вот реально, 7-0. Вот до этого вот я хоть и тащил, а сейчас что-то перестал. Ой, меня хэшкой прокинули. Найс. На минус 70. Вот, давай я тебе пачку кину, если ты вол. А, он в сайту. Давай хэшки кинь, дадим, если у тебя есть. Блин, я уже скинул свою хэшку. Он очень вол. По 20. Давай ты поставишь, а он в сайту где-то. Дай. Он в дымах. Я постараюсь, брат, но это будет очень опасно. Давай. Все, я спрячусь, пожалуй. Он в сайту. Что... Ой-ой-ой, а что он в апсах делает, если он в сайту был? Странный чел какой-то. Он в апсах. Ага, окей. Да, он в апсах. Да, он в апсах. Давай его не будем просто пикать. Типа, ну в чем смысл? Давай. Потому что бомба так стоит, что... Окей. Брат, ну, пацанчиков реально жалко. И мне повезло с противниками. Nice. О, я, кстати, по голове попал. Я думал, сейчас кил сделаю. Боже. Не, ребятки, ну за такую каточку лайк мы уже сколько каток сегодня тащим, это просто жесть. Найс, тиммейт. Ой, они уже друг друга оскорбляют, брат. Они морально... Они морально уже проиграли. Блин, мне жалко их. Кстати, вот не нужно так, ребятки, оскорблять тиммейтов. А, я себя хаешкой прокинул! Слушай, ну главное не минус я после этого. Так что уже. Найс. Ой, хорош. Один в кишке. Кишка. Да, вот здесь вот. Ой-ой-ой. Брат, ну! Минус 84, сорян. Ничего, бывает. Бывает. Ну тут можно было, кстати, забрать, я хз, как я проиграл. Деньги есть? Да, у тебя тоже. Дай-ка себе я авик возьму, может хоть с него повезет, а то что-то не летит у меня в этой катке. Окей. Ну, кстати, тут реально чувствуете, что ты меня бустишь.
Блин, ну хоть какая-то катка. Ну слушай, те три катки реально тоже лютыми были. Ой, на, собил. Опа. А, у вас кишка. Да, давай оставлю пачку, он меня не ждет. Брат, я его честно не вижу сейчас. Я просто в апартах с Авиком. А, все, вижу. Ой, ой, ну наконец-то килл, ребят. Ну, брат, спасибо, ты тоже, кстати, реально. 11-1 идешь. Что бы я без тебя в этой катке делал? Не, ну тупо мы. Так, ребятки, начинается смена сторон. Самое главное, сейчас взять пистолеточку. Я сейчас попробую выложиться. Так, я, пожалуй, с юспа поиграю с диффузиками. А может, хэшки купим? Давай, давай. Закидаем. О, слушай, давайте хэшку где-нибудь тут кину, если что-то две хэшки дашь, а я пойду их со спины запушу. Нет. Сюда. А, только я вот, наверное, не смогу так хэшки кинуть. А, ну может... окей, тогда пофиг. Давай я тебе хэшку кину. Я скину хэшку. А, окей, давай, давай, давай. А сам я пойду мид. Лишь бы, они на миду не были. Не, на миду их нету. Давай я стянусь лучше, не хочу спину. Давай, давай, давай. Минус тайминги, в любом случае. Ой, ребята, они прям реально очень сильно дизморали. В теории я вебкой закрыл чат, так что, ребят, вы не будете видеть эти оскорбления. Ой, что он на ходу вешает? Жесть. Один вебсар, найс. Ну, один хит сейчас по это сколько, хп 30? Хп 20, думаю. Найс. Давай. Вот тут где-то. Блин. Блин, зря. Он тебя ждет где-то. Он где-то справа, по-моему. Ну, ой, минус блин. 80. Запотели, запотели. Угу. Это, кстати, плохо, что, наверное, они сейчас раунд взяли. Блин, Дань, может, ты уйдешь в кон, а я их сюда запушу. Прям дико. Сядешь он... вот туда вот за бокс? Я только совсем, брат, вот. Так что... Давай туда вот сядешь, а я пойду запушу. Окей. Окей, бру. Я буду до последнего тут сидеть. Да-да, давай-давай. У них калаш. Блин, это плохо. У меня только фейс-эван. Так, мне сюда дым дали, так что я вряд ли сейчас смогу что-то сделать. Дашь им фейс, если они будут выходить в сайт? Так, слышишь, сюда, я хожу. По-моему, спрыгнул один. Да, один спрыгнул, брат. Блин, меня зачекали, да. Дал хит по одному. Ой-ой-ой. Брат, он там, минус 23, не попал. Ой-ой-ой. Ой, не повезло. Брат, НТ, сколько ты ему сейчас? Минус 20. А, ну у него так чисто, половиночка осталась. Брат, давай все, вот сейчас просто соберемся. Ой, я опять фабом купил. Блин. Давайте фумазам, а ты мне фаб. Давай. Давай, давай, давай. Nice. Блин, спасибо. Полетели. Я просто реально с фабом что-то не особо играю. Оп. Коцнул, но не вообще. Не. Так, чисто. Пулькой. Ой, nice. Хоро! Nice, пульки коцнул. А, походу я им по голове зарядил. Дым дал на миду. Ой, с этого, на КТ. Походу он с мида идет. Он у меня, кстати. Не, сори. Я отхожу. Ну, понял. Но я ему дал хит с фабом. А ты в апсах был? Он в апсах был? Он у фонтана был. Понял. То есть они оба оттуда шли? Да. Ну, я сам фейканул, конечно, дымом. Кстати, я хз, как он его оттуда кинул. Дал много очень. Он очень коцан, я отхожу, у меня 8 хп. А он где? Вся надежда на тебя, Дань. Он в апсах был. Понял. Давай у него 20 секунд. Все, давай как-то сейчас очень его сыграем. Да, давай сейчас выйдем на размен. Флешку кину. Ага, он упал. Я пока не вхожу. Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, ну, мы должны сейчас забрать. О, спасибо. Можете кого ждать? Ну, давай я знаешь, что сделал? Давай вот это тебе скину, а себе куплю вот это. О, найс, тактика. Я просто с эбочкой этой очень хорошо играю, она мне нравится. Понял. Не, я мучка имба. Так, давай-ка я, знаешь, куда встану? В сайт куда-нибудь, за ящик. С хаешечкой. Мид есть. Во что пацан будет делать? Блин, я в хаешку не попал. Да мид есть. Если что, я чекаю сайта. А, ты пацан взял, да? Тогда я КТ буду чекать. Окс. Ну, на миду кто-то топал. Найс. Хорош! Где последний?
Не знаю, я одно только слышу. Так, я сейчас спасать не буду чекать, потому что ясно дело, там уже есть. Внизу, внизу, это псами. Ага. Пацану. Возможно, в псы, кстати. Можешь идти в псы, кстати, да-да-да, он, по-моему, вообще убежал далеко. А, не-не-не, он в таком входе, по-моему, у тебя там где-то был. Окей. Ну так, в цепу сел. Окей. Бра, давай, нам нужно забирать последний раунд. Давай, давай. Тапочка у него. Ну, блин, 16 секунд осталось. Что-то он медлит. О! Откуда он появился? Если б ты это видел! Знаешь, я стою, чекаю, умрёт. Я чекаю в этот момент, я отошёл и смотрю на тебя. Жесть, ребят. Я такого скримера давно в тендофе не ловил. Итак, внимание, сколько же ММР дадут? Ой, ну 23, ладно, брат, спасибо тебе огромное за то, что ты мне поднял звание, ребята. Если вы хотите путь до глобала, ставьте лайкосики, буду видеть ваши лайкосики, комментики, будем его делать. Ссылочка на Сипалу обязательно будет в описании, ребята. Реально, спасибо, он сегодня меня очень сильно забустил. Ну, вы тыкайте на видос, который появился на экране, ну и всем пока-пока, не забудьте ставить лайки.